Ребята в ходе брейн-ринга показывали свои исторические знания по теме 200-летия Бородинской битвы. Писали студенты сочинения на военную тематику. Цели и задачи этой городской акции «Мост» – популяризация и пропаганда вооруженных сил в армию, чтобы ребята у нас шли в армию. А пропаганда, патриотическое воспитание, нравственное воспитание и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. А сегодня ребята на один день погрузились в армейские будни. В эти достойные, сильных, бодрых, молодых людей, я думаю, что каждый в рамках этой акции себя прочувствует победителем. И хотелось бы, чтобы вот этот дух победителя всегда присутствовал в каждом из вас. В заключительном этапе акции приняли участие 5 команд. Между собой соревновались представители многопрофильного сельскохозяйственного, медицинского и электронного колледжей. Студенты, а в будущем призывники, испытали на себе всю правду армейских будней. Собирали и разбирали на время автоматы, ходили строевым шагом, тянули канат. Все результаты, полученные на заключительном этапе патриотической акции «Мост», суммируются с остальными. В ближайшее время будут подведены итоги общего зачета.